Приветствую вас. Мне кажется, что есть серьезная разница, огромная разница между тем, какой человек реальный и то, какого человека вы видите. Вот. Первое и самое главное. Дело в том, что вы видите, на мой взгляд, того, кого хотите видеть в контексте своих потребностей, в контексте своих желаний, в контексте своих противоречий, может быть, в контексте своих тревог, которые у вас быть может, имеет место быть, но скорее всего есть. Вот, в контексте некоторого опыта более раннего, который привел к тому, что сейчас вы видите молодого человека под определенным углом, и от этого угла не можете отстраниться. Я не говорю, что вы не должны этого делать, но тем не менее. Поэтому умение видеть реального человека и отделять его от своих, от того, что вы хотите, это, наверное, очень ценный навык, ценное свойство, вот, которое вы могли бы овладеть на той же психотерапии, да, и, соответственно, вам было бы легче. Следующий момент. Вы пишете, что затянули с интимом, пишете, что давно у вас его не было. Вот, и молодой человек вам понравился, в том числе и как интимный партнер. Это происходит не часто, пишите вы. Ну вот, то, что это происходит не часто, и то, что вы затянулись с этим, то, что проявлял инициативу, но не совсем явно. Вот, то есть, ну, казалось бы, два взрослых человека, свободных, вместе, подходящее время. Почему вам прямо не сказать, что там, чего вы хотите? Но нет, вы этого не говорите. Вы этого не делаете, называете это грубым взятием инициативы в свои руки. То есть вам хотелось, чтобы молодой человек сам начал что-то делать. Вот. И опять же, здесь ситуация двоякая. Вероятно, вам кажется, что проявляя инициативу в интимном смысле, вы предаете себя. Ну, типа, что я другая вообще-то. Я так не поступлю, вообще-то, я никогда. Ну, например, я никогда так себя не веду, да, я никогда там так делаю и, в принципе, делать не хочу, да? Вот. Если я так делаю, значит, я там себя предала. Но в то же время и желание есть. Она довольно сильная. Вот идея в том, что вы можете разрешить свой конфликт. Да? То есть тут нужно получше понять, что это за конфликт. И конфликт ли. Ну, мне кажется, что конфликт с одной стороны, что мужчина должен проявлять инициативу в сексе. С другой стороны, что вот, я тоже хочу, и, соответственно, значит,
себя зажимал. И с этого два борются. Причем ненавидя на смерть. Либо я, либо я. Но вы-то гораздо больше. Каждый из позиций. И мне кажется, что здесь вот учиться позволять актуальные, более актуальные позиции брать вверх, покуда вы от этого получаете наслаждение. Очень важно. Но у этого есть, скорее всего, определенные блоки. Ваши блоки. Дальше. Вы говорите. Моя ошибка. В чем моя ошибка? О чем здесь речь? Речь о том, что вы боитесь, что вы не привлекательны, что вы как интимный партнер не интересны, вот, и что мужчина вам, ну, вами не интересуется. А он же вам понравился, да, он для вас привлекательный, это бывает нечасто. И о чем здесь речь? Ну, у меня такой образ появляется. Значит, нашел человек в магазине любимую сладость. Ну, к примеру, любимую сладость. Как, например, коробку конфет. А она, это коробка конфет. Ему очень понравилось. Ну, то есть он вспомнил, что когда-то давно такие конфеты покупали, и они ему очень понравились. Больше так ему конфеты не нравились. Ни до, ни после. Ну, он пришел домой, купил этот человек конфеты, принес. Оказывается, у него старая коробка сохранилась. Он коробку сравнил, все то же самое, по составу все то же самое. Начал есть, ну, то есть, пришло время. А ему делать? Вроде бы хочет открыть коробку, ему жаль это сделать. Он, называется, не может себя заставить это сделать. Слишком значимо для него. И так они у него лежали очень долго, пока не испортились. К чему эта история? Это метафора. Метафора про то, что чем более значимый для нас человек с точки зрения различных потребностей, а здесь у вас и, может быть, и чисто сексуальная потребность, но может быть и что-то, какая-то еще потребность, например, потребность почувствовать себя желанной, почувствовать себя привлекательной, нужной и так далее. Чем выше потребность делает, чем более уникален человек в контексте наших потребностей, тем более он для нас становится значимым. Но эта значимость является исключительно нашей значимостью. То есть для нас человек значим, но не значим сам по себе. Сам по себе человек может быть совсем другим. И вот этот момент, что вы не видите, мне кажется, реального человека, а видите больше возможных средств, объект для удовлетворения своих потребностей, что неплохо. Но мешает
по сути, не дает вам раскрыться и вести себя естественно. И отсюда вот это вот ощущение, что, ну, что как-то все зажато. Отсюда ощущение. То есть, грубо говоря, вы, как мне кажется, транслируете эту позицию, что я зажатая, я стесняюсь, потому что ты мне очень важен, у меня давно не было интимной жизни, ты мне очень нравишься, такое бывает нечасто, вот, и все, это сверхмотивация идет. Мать, а все скованность. И молодой человек это скованность чувствует. Скорее всего, не осознавая. Дальше. Если бы вы видели в нем реального человека, а не того, как он сказал, то вы бы увидели, что это просто поведение человека. Что для него важно немножко другое. Хорошо это или плохо. Мы говорить сейчас об этом не будем. Это не имеет никакого значения, не имеет никакого смысла. Но важно именно то, что для человека важно другое. И в этом ваши ошибки больше, чем в том, что пошел дождь. Но вы видите ее, и появляется еще большая мотивация. Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав. Появляется еще большая мотивация что-то доказать. Появляется еще больше мотивация показать, ну, вот мужчине, да, и, может быть, себе, скорее всего, себе, самой, что вы ценны, что вы важны, что вы привлекательны и так далее. Когда этого не происходит, когда этого не случается, то вы чувствуете себя весьма и весьма плохо. И получается так, что от молодого человека, с которым вы знакомы, вообще-то говоря, совсем немного времени зависит то, как вы будете себя чувствовать. От молодого человека, с которым вы знакомы совсем немного времени, зависит то, как вы себя оценить ваша самооценка. И уже сейчас молодой человек, просто желая провести с вами время на данный момент, делает вам больно. А что будет дальше? Подумайте, какими вы видите
отношениях с мужчинами. Вот. Какой вы видите себя женщиной? Подумайте о причинах, по которым вы запустили, забросили свою интимную сферу. И не нужно останавливаться на таких вещах, что мне никто не нравился или мне было некогда. Нет. Есть другие причины. Есть другие ваши решения. Я хочу, чтобы вы подумали о них в первую очередь. Дальше будет виднее. Вот такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.